Да ну собака, я же уклонился. А, серьезно, он после хэвика пропустил паниш как от лайта? Круто. Нет, ты это видел? Это, конечно, сейчас, да. Пиратка, наверное, охреневает от жизни этими тиммейтами. Она там единственная в адеквате. Что-то пытается играть. Хорош! Пэт его кнул. Ты еще живой? Вот я броня спасла. Ну, суперсис. Ну, суперсис. На, родная. Мердота! Да ну ты париться будешь? Козлопас. О, блядь, сейчас бы можно было. Ай, блядь, гребаная ловешка. Один плем, плем, плем. Ты убил его, нет, лор? Да у меня двое. Блядь, блядь, не сука. Хорошо, 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 хорошо. Это было хорошо. Двоих убил. А, бот, походу, третьего уровня.
Да, по третьим уровням. Да, по третьим уровням это да, это такое. Сколько в нее нужно впаять? Три выстрела с баллисты Хитокири пережил. Да, по третьим уровням. Ну да. Ну ты пиратка, конечно, да. Да. Да, пиратка, да, блядь! Плохо, небольшая ошибочка. Попался, обосрыш! Ох, сука, сиська! Есть контакт. Ну блять, ну там, наверное, не надо тебе. Я ничего не делал. Ну ладно. Это странно на самом деле сейчас. А что такое у меня сакалось-то еще не помню. Я сейчас ничего не делаю. Единственное, что я ему там один раз в блок ударил. Он прям вылетел, короче, через забор. На, козёл. У его еще и присадил этот нахер. А чё ты кого? Стамина нет. Ну вы вставили кто-то свою атаку, не надо, да. Ну я вообще думал, я опять же его разведу сейчас, на мы его убьем. Я думал, мы сейчас опять паниш сделаем. Это решила в позу встать. Как флаг проебать. Стража проебать два раза. Ну чё, ребята? На бусе решила в позу встать, короче, такая и цель. Ну, стоит просто, я ее резнул, не срывается. Братья за вас сели, ребята. Ещё. Я семерку захватил, чем помогал, то вот стража побежал бить. Ой, сколько я уже настакал раги, ё-моё. Пока мне тиммейты вообще не помогают. Здесь бот разводит, нахуй. Ну не пырится лайт, ну с собакой, ну ни хрена я тут стоял как бог. Yeah.
но он его подсейвил. Я то выпустил ракам очкам Торсина. Ну, а, холдер. Че, не вывез ты его? Нет, там мало того, что у меня хп еще не полное было, так холдера попробую вывези этого. А я тебе про че говорю? Что этот холдер это козел что-то на. Холдера вообще не надо на мотор играть. У него, блядь, более-менее нормально садится, более-менее, чуть-чуть на полковарика у него в адекватность все там, до свидания. А грамотный холдер это вообще не знаю. Это труба нахуй. Взял уебок, мне завалился баллистик. Ооо, да, вот это ты снайпер, конечно. Ну он убил? Победность. Ну, конечно, это было сейчас снайперский выстрел был.